Интересно, а что зимой происходит с нашим озером? Пойду-ка я на него погляжу. Ух ты! А озеро такое белое и твердое. Точно! Оно же зимой замерзает. Мила, привет! Что делаешь? Мозаику рассматриваю, которую мы из ледышек собрали. Ух ты! Я тоже хочу посмотреть все картинки. Мы с друзьями решили посмотреть все-все картинки, которые успели сделать из ледышек. А чтобы это было делать веселее, я буду задавать им вопросы, а они показывать в ответ картинки. Одна из картинок правильная, а две другие нет. Помоги мне решить, какая из картинок правильная. Что мы видим на небе перед тем, как услышим гром? Эта картинка верная. Да. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. Что можно слепить только зимой? Я думаю, это. Верно. Продолжаем. Это животное самое большое из живущих на Земле. Вот это ответ. Именно так. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. Чего никогда не бывает жарким летом? Эта картинка верная. Угадал. Продолжаем. Какие цифры мы называем арабскими? Я думаю, это. Нет, моя картинка неправильная. Вот это ответ. Кто же мне выдумал? Эта картинка верная? Да. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. На этом можно кататься по льду. Я думаю, это. Правильно. Продолжаем. Это животное самое прожорливое на свете. Вот это ответ. Точно. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. Это появляется на окнах, когда на улице мороз. Картинка верная? Именно так. Продолжаем. Какое из этих животных живет дольше других? Я думаю, это. Верно. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. Какую форму имеет наша Земля? Вот это ответ. Точно! Продолжаем. Что падает с неба зимой, когда очень холодно? Эта картинка верная? Угадал. Ну, давайте продолжим. У меня есть следующий вопрос. В это превращается снег, когда тает? Я думаю, это. Правильно. Отличные у нас все-таки картинки получились. Не зря мы так старались. И полезные, как оказалось. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.